друзья. Меня зовут Лида, кто не знает. Мы находимся в горах Теннесси на кемпинге. Уже сходили, умылись, немножко привели себя в порядок. Тут люди встают так рано. Было 7:30 и уже стучали, дрова рубили. Такая наша постель. Вы знаете, ну просто хочу вам показать. Это обалденная вещь. Если будет возможность, обязательно приобретите. Обязательно приобретите вот такая постель. И вот покажу. Матрас у нас вот волнистый. Он здесь как будто это и Макс. Мы очень довольны. Он хорошо держит, не спускает. Ему уже, знаете, много-много лет. Наверное, ну, лет 5. Потом я стелю. Вот такая вот у меня есть. Она двойная. Вы знаете, это для пляжей. Потом пледик. Ну и самое... То, что мне очень понравилось, это электрическое одеяло. Оно тоненькое, приятно на нем лежать. Какое оно теплое. Мы сначала поставили из 5 режимов на 3 я поставила. Сейчас покажу вам. Оно регулируется в ногах. Я сюда положила. Вот, подключается и регулируется такой вот штучкой. Я уже выключила. Здесь 5 режимов. Я поставила сначала, ребята, на 3, а потом встала. Нет, очень было жарко, но оно очень приятное и очень теплое. Рекомендую, кто найдет электрическое одеяло, это что-то с чем-то. И потом тоже у нас есть именно для кемпинга с пуха, именно гусиного пуха. Тоненькая такая вот покрывало, но оно такое теплое. Вот эта часть отражает, и оно, значит, сохраняет тепло. Ну, допустим, отсюда мы лежим, и отсюда оно отбивается, значит, тепло. И вот такое тонюсенькое наверх. Ну, и оно, так как оно легкое и скользит, хочется чего-то тяжелого, потому это одеяло еще сверху обычное. И вот на вот такой постели за счет электрического одеяла снизу и сверху пухового, тонюсенького, просто было как в печке, серьезно. Такая ночь была интересная, потому что такие шумы, знаете, мы не привыкли. Там кто-то пролетел, там ху-ху, это сова нас преследовала. Здесь было, в общем, интересно, но немножко непривычно. Но очень тепло. Я довольна своей постелью, то, что его так придумали, электрическое, а потом пуховое. А сейчас пойдем завтракать, уже муж там, слышу, дрова колет, воду набирает. Сейчас пойдем посмотрим, что он делает, и день будет очень интересным. Так. Доброе утро. Вот уже разжигаем утренний костер. Смотрите, какой у нас чайник. Мы уже давно-давно мы его покупали. Даже со свистком. Уже заугленный такой. О, ура! Костер. Будет кофе. Ох, какой. Смотрите, под ним вам покажу палаточку. Мы вот на таком обрыве, и там вот шум, не знаю, слышно, нет, но вот шум водопада, реки. Красиво, еще рано пасмурно, но надеемся, будет день солнечный. Сейчас будем делать завтрак и завтракать. Друзья, как и обещала, обзор парка. Начинаю обзор с магазинчика, который возле въезда в зоны отдыха. Так он выглядит. Называется наш парк Fall Creek Falls. Здесь есть и беседочки, и магазинчики. Сейчас посмотрим дворик, который находится внутри. Цветочки встречают. Очень все так облагорожено. Здесь какие-то тоже павильоны. Если от дождя, наверное, можно спрятаться. Я так
подозреваю, собак здесь очень много, знаете. У нас через одно место есть собака, одно место есть собака. Вот такие лавочки. Так. Здесь иногда, я не знаю, сейчас не течет, да, водичка. А вообще, да, иногда течет. Ой, вон собака. Вот смотрите, интересно. Здесь можно мыть камушки, ракушки какие-то. Такая вот конструкция для детей, может, интересный. Помыть, знаете. О, тут кто-то уже золото искал. Да, здесь много, кстати, таких, что человек что-то делает, поправляет. Ну и вот магазин, где продается и лед, и дрова, также продукты. Не буду уже заходить, здесь ничего такого нет. Продукты все для кемпинга. Кто что-то забыл, знаете, вдруг какие-то забыли соль, там перец. Посмотрите, какая прелесть. Такие цветочки растут. В общем, два магазина. Один с продуктами, если что-то кто-то забыл. Там дрова, опять же, повторюсь. И лавочка такая с сувенирами. Здесь чашечки, какие-то брелочки, одежка с названием парка. В общем, тоже такой вот магазинчик небольшой, сувенирный. Такая инсталляция, смотрите, какое кресло большое, тоже с названием парка Fall Creek Falls. Это эмблема Теннесси, это наш штат. Большой такой. Ты поместилась? Да. В общем, вот такой вот небольшой центр парка, где смотри, можно. Там уже прачечная, можно постирать. Да. Мне вот это нравится, что сделали. Можно вымывать, знаете, детям показать. Интересно. Так, посмотрим прачечную. Видите, можно и постираться, и посушить вещи. Так как мы отдыхали, и намокли, и устали. Ну, в общем, здорово. Тоже мусорники вот такие всегда. По три, алюминий, пластик и мусор такой органический. Выбрасывать все. Раз. Ой. А, вот так вот. И выбрасывать урночки такие, чтобы животные не залезли. Водичку попить. Цветочки. Ну вот, вот такой вот парк. И много зон. Пять где-то, может, 4 зоны такие, где вот ставят палатки, отдыхают. Нарцизики. Так что вот такой прекрасный парк. Как ставят палатки и какие домики. Это, кстати, рейнджер и человек, который парк приводит в порядок или следит за порядком, то приехал. Покажу вам немножко позже, приедем уже на место. Так что такой вот чистенький, аккуратный и со всеми удобствами парк. И вот этот пятачок-центр. Здесь находится и мороженое, и пицца, и завтраки. Можно покушать, снеки. Здесь мы после завтрака приехали. Людей пока нет, но все равно покажу вам. И здесь есть еще летом работает бассейн. Мы, когда приезжали прошлым летом, мы купались, в принципе, очень хорошо. Стоимость $6 бассейн. Целый день. Он закрыт вот сейчас, но вполне хороший. Здесь лежаночки, бассейн был чистый, умывальники. Тоже можно подняться, вот здесь посидеть, покушать. Там вид красивый, озер. В общем, хорошее такое место. Вон там вот такие павильоны большие проводятся. Для встреч. Для встреч, да, там проводятся встречи для больших компаний. Туалет,
Ну, все как... А, даже есть, знаете, какие-то концерты, если проводят. Вот такой вот мини-театр. Стульчики. И там что-то рассказывают, может, какие-то лекции. Так что вот такой обзор вам центра этого парка. Вот посмотрите, бассейн большой, он не такой уже маленький. Вот огромный. Хватает места всем. Нам понравилось, когда мы здесь были. Вид очень красивый. Лежачки, культурненько. Вот. Все. Так, друзья. Сейчас мы пройдемся. Я покажу вам, как вообще американцы делают свой кемпинг, уют на палатках. Какие палатки, какие домики. В общем, разные пятачки здесь, допустим, мы пятачок, где 5 мест для палаток. Смотрите, люди сидят, они и тоже крышу поставили. У нас есть такая крыша, но мы не брали, погода хорошая. Сейчас поднимаемся, как раз нам мусор нужно выбросить. Здесь мусор в баках таких, даже в контейнерах. Я вам покажу такие интересные специально, чтобы медведи не залазили. Ну, или еноты и мишки. Даже есть значок, где нарисован мишка. Покажу. У нас место 63. Здесь, вот, как я говорила, пятачок, да, 61-65 места. Так, написано. Вот такие баки в этом парке. И не только в этом, сколько мы не были, тоже всегда такие от мишек. Во многих, да. Вот. Мишка. Ага. И нельзя открыть. Чтобы подшлить, что надо просунуть. Угу. А, и нажать. И все. И мусор выбросили. Все. Все, мишка не залезет. Если читать не умеет, не лезет. Не лезет. Собак очень много, просто через один собачки. Здесь немножко места, мне, если честно, больше нравится. Вот все, особенно вот здесь как-то более... О, привет! Как-то уединенно. У нас так много людей, как-то маловато места. Ну ничего. Мы обустроились. Палатка у нас так удобно, красиво. Каждому месту вешают здесь бумажечку, где написано, кто ты, из какого, по какого день ты снимаешь это место. Вот пример 67, и там бумажка, где написано, с какого по какое число оно занято сейчас. И так каждое. Здесь больше домики стоят, палаток маловато. Больше домики. Вон маленькая такая палаточка. Это как наша. Да, первая, как первая, точно. У нас такая первая была. И давно, ой, долго. Мы просто... Ой, сейчас пойдем посмотрим еще одну. А зайдем, я покажу вам, как выглядит туалет, душ. Такие. Покажу вам вот это место. Тут пока нет никого. Люди уехали. Ну, какая у них палаточка маленькая. Ой, такая малюсенькая. Какой-то домик живет. Может. Домик, мы извиняемся, пока... Ну, это никого нет. Быстренько пройдем. Ну, вот. Маленькая такая, боже. Как будто для гномика, да. Как будто для гномика. И вот здесь вот туалет. И не только, друзья, я вам сейчас такое покажу и расскажу. Я такого, честно, не видела. Здесь туалет не только для женщин и мужчин, понятно, отдельно, но туалет для собак. Вы такое видели? Вот где у нас в Украине, расскажите мне, на кемпинге, ну, в парках каких-то, туалеты для собак. Вот, вот это вот, вот этот загон такой вот, это туалет для собак. Лужайка. Да, вот эта лужайка, вот написано, есть кулечки, чтобы собирали, урна. Пос...
посмотрите. Собачки, кулечки сюда складывают. Здесь они гуляют, делают свои дела. Хозяин забирает все и выбрасывает. Ну и вот туалет. Это мужской. Здесь даже можно напитки купить, что-то почитать. Я сейчас немножко покажу. Я быстренько зайду, подождешь, да? Я покажу вам быстро. Вот вход из камней. Очень симпатично. Заходишь вот сюда. Снимать вообще-то в санузлах нельзя. Ну, потому что это личное пространство. Но так как я вроде слышу, никого нет. Вумен, вот. Я быстренько зайду, вам покажу. Сейчас. Никого нет. Так, вот это туалеты. Ребята, умывальники. Всем привет. Здесь мылка. Нажимаешь мыло. Не хочу нажимать. Здесь душ для пожилых. Сушилка. Туалеты. Ну, унитазы не буду показывать. Все понятно. Это душевые кабинки. Здесь душ. Вот. Вот такой вот. И здесь душ. Это была вытяжка. Вытяжки здесь. Душ принимают, понятно, потому что здесь летом купаются. Туалетики. Ну, туалет как туалет. Все чистенько, бумага есть. В общем, вот такие вот туалеты. Все, я сняла, пока никого не было, чтобы видели, насколько ну, красиво. Да как красиво, очень достойно. Ну, пойдем дальше, посмотрим, какие палаточки и другие кемпинговые такие вот домики. Я пока на полянку сюда схожу. Даже не собачка. Так что у меня собачка на день рождения будет? Это значит нет. Большинство вот таких вот домиков. Ой, я тоже такой хочу. Такой симпатичный домик. И видите, у всех ковры. Так, еще один пятачок. Тут 74-81 место. Ну, прям палаток нету. Здесь, слушайте, здесь одни такие домики на колесах. Так. И, опять же, мусорники. Все культурно. Все выбрасывают, забирают. Каждый день, мне кажется, каждый день я даже слышала. Да, приезжает грузовик. Да, грузовик. Опустошает. Собак столько, друзья. У каждого собачка. Что-то кушают. Очень много домиков, палаток мало. Может быть, просто... Может, еще не сезон? Люди боятся, как бы... Прохладно, да? Как бы еще... Холодно. Может, знаете, почему здесь больше домиков на колеса, а не палаток? Потому что здесь вообще в парке есть зоны, и мы в зоне Б. Хотя A, B, C, D, вроде бы 4 даже зоны. И мы в разных бывали. И могут просто кто-то, ну как попадет, или там лучше места для палаток быть в другой зоне. Ну, мы попали в зоне Б, и здесь вот больше вот таких вот домиков на колесах. Ну да, здесь, смотри, все почти заасфальтированы, все места. Да. И, конечно, больше подходят для транспорта, чем для палаток. Да, может, да? Поэтому. Может. Но мы, когда выбирали, помнишь, на весь парк из 500 было два мест, было два места, да. И мы заказывали, наверное, за недели три, если не за месяц, да, ну, очень. Да, и было два места, друзья, всего лишь. Так что здесь очень любят кемпинг. И выбирается и на палатки тоже, но в палатки ставят тоже много людей. Ну вот мы попали просто, вот, наверное, зона, я подозреваю, такая вот, что много на колесах домиков. Вот смотри, какое место классное. Да, большое может, место. Ты помнишь, здесь есть некоторые, которые сдают только инвалидам. Может быть, это... Может, да. Большое.
На велосипедах детвора катаются. Здесь вот отдыхают. В общем, много мест. Посадили. Вон, может, вам сейчас я приближу. Увидите, это деревья тут садят. В общем, ухаживают за этим парком, за этими зонами отдыха. Все очень культурно, много туалетов и много мусорников. Друзья, сейчас вам интересную такой вид палатки, что ли, покажу. Палатка на прицепе. Очень удобно. Вот люди приехали. На прицепе уже палатка есть. Разложили только спальные места по бокам. Вот видно. По бокам. Все, никто не спешит что-то там устанавливать, как мы. Удобно. Не знаю, или комфортно, может быть, комфортно, но удобно, что по-быстрому. Такая вот. А вот, да, деревья посадили. А ну-ка, там подписано. Давай посчитаем, что садят на кемпинге. В этом лесу должно что-то быть интересно. А просто название сайта, где, наверное, взяли, не очень видно, что за дерево. Ага, это какой-то дуб. Дуб. О, дубы. Вот их по участку очень много вот таких вот. И загородили, потому что собачек много. Хотя, опять же, собачки ходят в свой туалетик. Загородили. Очень спокойно здесь. Тоже домик на колесах. И у всех ковры. У нас тоже ковры есть. И здесь такой большой ковер. О, кто-то дымит. Такая здесь птичка красивая. Ой, вылетела. Такая симпатичная. Что-то ловила, носик чистила. Вообще здесь природа, конечно, очень завораживающая. Просто можно гулять и снимать, наслаждаться природой, видами. Просто отдыхом. Вот смотрите, тоже палатки с навесом и одна рыженькая палатка. Отдыхают люди. В палатке тоже есть. Мы просто, нам вот немножко не повезло с зоной. Также на территории парка есть детская площадка с такими горками. Разные тут. Ну, все для детей, там качельки, знаете, интересная, большая. Можно приехать, пикничок устроить. Также столики от 5 до 12, от 2 до 5. Здесь все описано. Вот, допустим, от 2 до 5 лет именно вот эта горка. Горка лазит, здесь такой пол устелен такими теплыми древесиной, теплая, мягенькая, вот серьезно. Она очень такая приятная. А это большая площадка от 5 до 12 лет. В общем, парк очень хорошо обустроен. Здесь следят за порядками. Вон мужа после прогулки и дня такая вкусная шоколадка. Я уже показывала, кто может смотрит меня, закупки. Кто нет, вот такая вот. Это немецкая. Очень вкусная, с изюмом и с лесным орехом. Советую. Это молочный шоколад. Запалили костер. Будем уже отдыхать. Наслаждаться костром. Друзья, сейчас будет магия современной химии. Какой у нас сейчас будет красивый костер. Сейчас посмотрим. Смотрим. О, я вижу.
должен костер быть. Ой, разноцветный. Ух ты, как прикольно, здорово. Пламя. Зеленые, голубые. В общем, здесь в пакетиках продаются то ли порошочек, не ясно, но его бросаешь в костер. И вот такой вот разноцветный огонь. Ну, где-то, наверное, да, около часа будет у нас. Только я не помню. Там какие-то соли. Ясно, ну вот. Оттенки разные. Очень красиво. И у нас вечер заканчивается именно таким вот разноцветным костром. Так что спасибо всем за просмотр. Ставим лайк и до новых встреч. Пока! Классно, да? Вау!